Когда мужчина на кухне, это означает, что на столе будут изобиловать мясные блюда. Мировые новости. Разработана новая версия компьютера, которая предсказывает будущее и помогает разобраться в мужской логике. Так, а ну посмотри на глаза. Ты что, опять ела овощи? Нет, дорогой. Ну с чего ты взял? Ага, а вот это что такое? А? Все ясно. Значит, тебе все-таки не нравится, как я готовлю. Я стараюсь. На завтрак пельмени, на обед эти самые чебуреки, на ужин сосиски. А ты все время со своими овощами. Ну, понимаешь, я же женщина. Мне нужно кушать овощи. Ну, ладно. Ладно, я буду готовить тебе овощи. Буду готовить морковку, капусту, эту как ее, свеклу. И кабачки? Так, знаешь что? Хватит, достаточно и того, что я перечислил. Кабачков в своем доме я не потерплю.